декабря все полисы ОМС переводят в электронный вид. Медицинскую помощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут получить по индивидуальному штрих-коду. Новорожденных в Волгограде с 1 января будут проверять на 36 генетических заболеваний. Это позволит своевременно выявить патологию и начать ее лечение. Все обследования будут бесплатными. Проект об истории Сталинградской битвы увидят в 24 регионах России. Интерактивная выставка откроется в историческом парке «Россия. Моя история» в канун 80-летия начала контрнаступления под Сталинградом. 140 тысяч волгоградских школьников прошли курсы по правилам дорожного движения. За успешное выполнение заданий они получали в подарок от лаборатории безопасности тематические раскраски и светоотражающие брелоки. В Казачьем театре Волгограда ставят «Анну Каренину». Постановка по одному из самых известных романов Льва Толстого станет первой премьерой нового театрального сезона. Когда можно увидеть спектакль? А также смотрите на сайте mtv.online, во сколько волгоградцам обойдется нарядить новогоднюю елку. Почему россияне не увидят фильмы о Гарри Поттере в новогодние каникулы? И как избежать инсульта? Все это и не только читайте на сайте mtv.online.